Здравствуйте. Не скажу, что все, но очень многие уже в мире знают, что на армянской пропагандистской кухне полным ходом идет работа по изготовлению фальшивок. В этом, наверное, я бы сказала, смысл их жизни. Занимаются подтасовкой фактов, изготовлением всякого рода фейков. В изготовлении вот всех этих фейков, фальшивок, армяне бегут впереди планеты всей, я бы сказала. И вот доказательство этому такая вот статья, с которой я вас хочу ознакомить. В арабском сегменте соцсети Facebook появилось очередное фейковое видео, на котором запечатлен длинный железнодорожный состав, эшелон с многочисленными танками и бронетехникой. Распространители этих кадров сообщают, что состав направляется в Иран через территорию Азербайджана и якобы перевозит российское оружие в Исламскую республику. Сразу после публикации фейка армянская бывдомедиа начала раскручивать это. На кадрах четко видна местность и марка танков, которые находятся на открытых вагонах без покрытия. После тщательной проверки сетевые аналитики выяснили, что кадры засняты в американском штате Вайоминг во время маневра одного из танковых дивизий сухопутных войск США. Целью распространения данного фейка армянами является неудачная попытка дискредитировать Азербайджан в глазах мирового сообщества и тем самым формировать плохое мнение об Азербайджане, которое якобы причастно к международной торговле оружием и активно помогает вооружению Ирана. И все это делается в разгар геополитических процессов, которые идут вокруг Тегерана. Как мы видим, танки на кадрах американские, абрамсы которых в России не производят, и Россия свое вооружение поставляет в Иран только через территорию Армении, которая полностью находится под протекторатом Кремля. С другой стороны, тупой армянский мозг пытается преподнести это видео иранцам так, как будто Азербайджан предоставляет США свою территорию для атаки на Исламскую республику. Вот такие вот нечистоплотные мерзавцы. При этом забывая об элементарных вещах, о том, что в районе нет натовских военных баз на территории Азербайджана и тем более. Если США захотят атаковать Иран, это могут сделать с территории Афганистана, с юга, с Персидского залива, где базируется крупнейший в мире флот Пентагона. Напомним, что на данный момент железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Ираном нет. Железная дорога, вернее транспортный коридор север-юг, строится с участием России, Азербайджана и Ирана, который в будущем соединит торговые пути всего региона. Тут главной целью может быть только попытка дискредитации данного проекта, от которого Армения осталась в стороне, как и, впрочем, от многих других проектов, и это их очень злит. Вот фейковое видео, которое я вам сейчас продемонстрирую. Ну а выводы делайте сами. It's like the Trump train's rolling.
вам доброго. До свидания.